Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Одинцовскому городскому округу задержали 33-летнего жителя села Дубки, который подозревается в незаконном обороте наркотиков. При нем был полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом. По результатам экспертизы изъятое содержит наркотическое средство мефедрон общей массой более 64 граммов. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.